Продолжаем. В Кабардино-Балкарии в 2015 году заменят все неработающие лифты. Об этом сегодня заявил заместитель министра строительства и ЖКХ республики Борис Балагов. По его словам, 147 лифтов в республике отработали свой срок эксплуатации – это 26 лет. Большая часть из них находится в Нальчике. В прошлом году администрация города за счет местного бюджета обновила 9 лифтов. Реконструкция одного подъемника обходится до 1,5 миллиона рублей. Как сообщили в МинЖКХ, Минстрой совместно с администрациями районов и муниципалитетов должны обеспечить поэтапную замену всех подъемников, отработавших свой срок. В настоящее время в Кабардино-Балкарии эксплуатируется 546 лифтов. 188 уже заменены по адресной программе капитального ремонта жилых домов.